Когда-то Оксана Федорова вела детскую популярную телепередачу. А теперь она главный редактор журнала «Мода Топикал», и вот уже 4-й год подряд вручает премию «Мама года» самым успешным, знаменитым и лучшим мамам в детской галерее «Якиманка». Писать лучшую маму смогут, конечно же, сами знаменитые мамы и их дети. Самая лучшая мама? Счастливая мама самая лучшая. Счастливая, спокойная и любящая. Вот, вот так. Самая лучшая мама – это мама, которая находит время на все. На детей, на работу, на мужа. И на свою внешность. Я стараюсь, не могу сказать, что 100%, но стараюсь к этому стремиться. Счастливая женщина – это самая лучшая мама, серьезно говорю. Когда у нее все хорошо, и ребенку больше ничего не нужно. Я склонна больше к выражению, что много любви не бывает, поэтому мама, которая искренне и безусловно любит своего ребенка, что должно быть. Какая самая лучшая мама? Она. О, ну какая я, расскажи. Стройная. Стройная. Так, о, отлично. О, хорошо. Какая еще? Хорошая. Какая еще? Красивая. О, ну все, я пошла, я растаяла от счастья. Певица. Вот так, поняли? Это все сказано, певица. Я считаю, что у меня самые лучшие на свете родители. Я стараюсь быть такой же мамой для своих детей. Я настолько, знаете, замечаю за собой такие сильные переживания за ребенка, что мне страшно. Я не понимаю, как люди имеют несколько детей. Я считаю, что это героический поступок быть мамой. Поверьте, это очень сложно. Но я имею в виду хорошую маму. Хорошая мама. Быть мамой – это круглосуточно, это 24 часа в сутки. Это самая безоговорочная, самая честная, самая искренняя любовь. Только мама, как никто, знает, какой она должна быть, чтобы быть для своего ребенка самой лучшей. Оксана Федорова и организаторы премии не оставили ни одну знаменитую маму без подарков. Потому что они понимают, что мамы разные нужны, мамы разные важны.